שלום עליכם. מה נשמע? Самый точный ответ на «Ма нишма» и очень актуальный, это будет «Барух Хашем Шаанино Шем». В период ковида спасибо Создателю, что дышу. Мои дорогие, меня попросили с проекта «Вайкра» Яков из портала для «Вайкры» дать это интервью. Ну, интервью, не интервью. Я ознакомлю вас с памятью всех тех богатств, что мне посетило от Создателя. Да благословенно его имя во веки веков и вечности. Кажется, я что-то в ней это понял. Весь иудейский мир приближается к судному дню. Йом-Кипур. Что такое Йом-Кипур? А какой основной смысл? Я скажу одним словом. Это апелляция. В Рош-Ха-Шана нам выносится каждому приговор. По воле небес. Что мы сделали плохого? Что сделали хорошего? На чаше весов там ставят отметку, что сделал хорошее, а что где украл или согрешил. А в Йом-Кипур как раз сейчас 10 дней раскаяния, поэтому не бритый. Вплоть до Рош-Ха-Шана я стараюсь уважение проявлять к Создателю. В Йом-Кипур мы подаем апелляцию. Возьмите российскую судебную систему. Вам вынесли приговор. Он вас не устраивает. Поэтому вы пишете апелляцию. Уважаемый суд, я намереваюсь изменить свою жизнь к лучшему. Прийти к Создателю. Вот отсюда, навзрыд. Дайте мне возможность, пожалуйста, ослабить приговор, если он суровый, и так далее, и так далее. Но поскольку Господь, руководствуясь величайшей своей мудростью, говорит, что ухудшить приговор, чем он есть, я уже не могу, но скостить или заменить этот приговор я в силе, потому что для него нет ничего невозможного. Мои дорогие, знаете, если вас гложат определенные мысли, ложные убеждения, там, пойти к гадалке, там, почитать гороскоп там, и так далее, и тому подобное, это все равно, что вы накачиваете порванную шину. Может быть, это где-то вас внутри успокоит, но это не даст вам стопроцентной защиты, как 100% дает защиту только Господь Бог. Кто мы такие? Если взять мужское колено Якова, то мы Алеф Гибур, воины Бога. И поэтому все неприятности обретают силу только тогда, когда ты проявляешь свою слабость, в чем бы, в каком бы измерении это ни выражалось бы. Страх, по моему глубокому убеждению, это причина всех неудач. Но страх перед Богом – это старт к подъему и к увеличению твоего внутреннего богатства и внутреннего мироощущения. Человек не может быть богатым материально, не будучи богатым духовно. Вот возьмите наши ноги. Вот мы
мы правы, правое дело и так далее и тому подобное. Мы с правой ноги ступаем, да, вот две ноги. Мы правая нога – это наша духовность. А левая нога – это финансы. Они идут автоматом. Так что получается? Духовность, финансы. Духовность, финансы. Духовность, финансы. Запомните. Еще я хочу вам сказать. Для антисемитизма и так далее мы не тряпки. И не стоит об нас вытирать ноги. Однажды это было в рабстве египетском, с которого мы по воле Божией вышли. И только Господь Бог мог сотворить такое, из рабов сделать потомков царей. Царь Соломон, царь Давид и так далее. Я всегда говорю, что быть народом, избранным Богом, здесь больше ответственности, а потом чести. Вы поймите, что треугольник, мы наверху. Через нас сечение Господа дает сечение и добро, браха всем народам. Поэтому мы должны соответствовать нормам морали, нормам этики, эстетики, культуры нации. Нет культуры – нет нации. Культура. А коль Тора, нахон, вся Тора, мои родные, коль Тора. Я не буду спорить с лингвистами и так далее и тому подобное. Я убежден, что представление чего-либо – это цепь предстоящих событий. Господь Бог, Бог Авраама, Исаака, Якова. «Я галену эшма бивахоль битовихинори замруло», – говорил Яков. И я вас призываю к этому. Благословляйте его на лире. Господь Бог не брюзга. И он не будет лить коктейль счастья в решето или накачивать порванную шину. Вы хотя бы ладошки подставьте. Человек хочет иметь все, не сделал для этого. В этом случае, как в том анекдоте, купите хотя бы лотерею. Так вот, Йом-Кипур. Это очень ответственный период для любого иудея, который рожден от матери еврейки. Мамочка, наверняка ты смотришь, моя родная, эту запись. Я очень тебя сильно люблю. Потому что ты ангел, дарованный мне Господом. Отмей весь. Мамочка, живи ровно столько, пока я не скажу «хватит». Я думаю, это желание любого сына. Мой папа, народный артист России, из горских евреев. Их не так много. Два. Танхо Селимович Израилов, народный артист СССР. А народный артист России только один. Йосиф Самуилович Матаев. Мой папа. Лейлу нишмат Йосиф бен Шмуэль, менухато биган эдем, зихрона левраха, амейн. Он оттуда выступает моим адвокатом. Вместе с создателем. Так вот, Йом-Кипур – это судный день. День, когда каждая секунда твоей жизни является большим мерилом для принятия решений. Что ты сделал хорошего? Кому ты помог? Я однажды своего товарища спрашиваю, ты веришь в Бога? Он православный христианин, он говорит, да. Я говорю, а как ты веришь в Бога? Он говорит, я хожу в церковь, крещусь, ставлю свечки, молитвы и так далее. Я говорю, все правильно, но немного примитивно. В моем понятии ты не веришь в Бога. Он говорит, хорошо, а как, по-твоему, я должен верить в Бога? Я ему сказал, подойди к ближнему своему. И в часы отчаяния, не отчаивайтесь в милости Господа, подойди к нему, положи руку ему на плечо и скажи, ты чего? Все хорошо. Он тебя любит. То, что ты сейчас испытываешь, это испытание. Это испытание, мой дорогой. У тебя просто полетели предохранители.
как в старых телевизорах были маленькие такие предохранители. Мы 3 копейки вставляли там и так далее. Чтобы не сгорел весь телевизор, Господь нам посылает именно те испытания, которые мы в состоянии выдержать. Но извлекли мы урок из этого. Вот что для него главное. Намерение важнее самого действия. Так при заключении каких-то контрактов, заключает контракт о намерениях. И знаете что? Что договор о намерениях намного важнее, чем сам контракт. Почему? Да потому что контракт является следствием договора о намерениях. Вот такая химера, мои друзья. Я вам скажу так. В каждом человеке, вот здесь вот, потаенно хранится нечто святое. Господь, руководствуясь своей великой мудростью, дал нам сознание и подсознание, которое отвечает за наши желания. Не зря существует пословица: если очень захотеть, можно в космос улететь. Поэтому, дав нам помощников сознания и подсознания, которые напрочь лишены чувства юмора, они не понимают, что такое понарошку. Там, если вас пригласили на день рождения, вы не пошли или не улетели с кем-то, и чтобы не выглядеть обычным разгильдяем, придумали историю, что вы заболели или попали в аварию. Сознание, подсознание в недоумении. Слушай, он здоров, никакая авария с ним не случилась. Что значит, он хочет аварию? И они, закатав рукава, активно вам куют надуманное. Говорите правду. Поскольку, еще раз отмечу, сознание, подсознание напрочь лишены чувства юмора. Они не понимают, что такое понарошку. Ибо все, что вы произносите вслух, является для них, для сознания и подсознания, стартом ваших желаний. Да. Наша жизнь дает нам то крылья, то пенделя. Вроде в обоих случаях ты летишь. Но какие разные ощущения. Я хотел бы сказать, там, что куда бы вы ни пошли, вы все равно встретите себя. И в Йом-Кипур многие придумывают разные ухищрения, уловки там и так далее. Если бы человек знал, насколько велика сила молитвы, поверьте, он ничего в жизни не делал бы, кроме того, как просто молиться. Настолько я в этом абсолютно уверен. А, кстати, что такое абсолютная уверенность? Вы уверены абсолютно, что существует Господь Бог? В чем вы абсолютно уверены? Кто-то из вас сейчас ответит, что сейчас за окном не идет дождь. Да, немножко примитивно. У каждого из вас есть паспорт в кармане. Достаньте его. И я вам скажу, что там написано: Магомедов Магомед Аронович. Вы скажете, засмеетесь и скажете: нет, там не написано Магомедов Магомед Аронович. Там написано лично у меня Матаев Эраст Иосифович. Я в этом абсолютно убежден. Вот это и есть понятие абсолютной уверенности. Я также уверен в Создателе. Не то, что он есть, это даже не обсуждается. Для меня, как для большого ревнителя, для меня нет кумиров, кроме Создателя. Создатель – мое все. Не держитесь ни за что в этой жизни. Ни за дом, ни за богатство, ни за деньги. Обнимите Бога и не отпускайте. Держитесь за Бога, и все у вас будет великолепно. Настолько великолепно изменится ваша жизнь, что вы даже себе не представляете. Все молитвы в Сидуре, в Талмуде, а также в других изданиях делятся для высших и низших сил. Но есть одна молитва, которая адресована только Создателю.
да благословенно его имя во веки веков и в вечности. Это молитва Кторет. Мизаав умипаз. Молитва о воскурении, благовонии. Когда был храм, первосвященник воскурял благовоние. 11 составляющих было в ней. И вот они. Бальзам, и ципарен, и хальван, и ливона, весом по 70 мане, миру и кассия, нард, колосок и шафран, весом по 16 мане, костус 12, келуфа 3, кинамон 9, щелок из коршины 9 кавов, кипрское вино 33 кава. А если не находилось кипрского вина, брали старое белое выдержанное вино, солью из дома четверть, маале ашан сколько-нибудь, раби Натан из Вавилона говорит, а также иорданская роза сколько-нибудь. Но тот, кто упускал одну из составляющих частей, подлежал смерти. Раба Шимон бен Гамиэль говорит, бальзам – это не что иное, как смола, стекающая из бальзамных деревьев. Для чего используют щелок из коршины? Для очистки ципарена, чтобы он был красивым, как ноготь. Для чего используют кипрское вино? Для вымачивания ципарена, чтобы усилить его аромат. Но ведь для этого лучше подходит мейриглайм. Но, как мы знаем, мейриглайм – это вода с нечистотой, пахнет мочой. Однако мейриглайм не носит в храм из уважения к нему, к святому. Адунай Кадош. Я скажу вам так. Я наизусть знаю мизаав умипаз, поскольку, как и вы, мои родные, я каждый день одеваю тефилим и каждый день молю Бога. Первое, о здоровье моей мамочки, мудрости царя Соломона. И прошу у него возможности, ибо для великих деяний нужны великие возможности. Вы знаете, не надо сетовать, что вам на жизненном пути повстречались плохие люди. Я, наверное, открою вам секрет, что скажу, что нет плохих людей и нет хороших. Да? Есть учителя. Плохой человек чему-то научил вас. Благодарите его. Деньги. Деньги – это здорово. Отчеканенная свобода. Да? Я недавно смотрел передачу с Тиньковым. И у меня пошли слезы вместе с ним. Хотя мне очень тяжело растопить на слезы. И он говорит, да, что он заработал 3 миллиарда, но зачем они ему, если ему жить осталось совсем немного. Только Ашем знает, сколько ему осталось жить, да, рак крови и так далее. Хас выходила. Вы постоянно должны, если вас посещает какая-то мысль, вы должны искать первоисточник. Почему она вас посетила? Я хочу то-то. Допустим, я хочу ту женщину. Замечательно. Почему вы хотите именно ту женщину? Не надо слепо материализовать свое желание. А сначала разберитесь в своем первоисточнике. Вы знаете, что больной зуб можно выпить анальгин. И боль пройдет. Но зуб-то больной останется. Поэтому вы должны искать всегда первоисточник. Помните, знаете, как в детстве я наблюдал такое, что дети грызут стены известковые, мел кушают. Они же это делают несознательно, они делают это на уровне инстинктов. Значит, им не хватает кальция. Здесь то же самое. Подмените понятие, и все будет алгебраически точно. Что касательно денег, мое чистое убеждение, как Ирмияу бен Йосеф Мемериам, деньги там, где надо думать, а не работать. Работать от слова раб. Я ани митбатель фанеха ашем митборах. Я раб только Создателя на галерах. И все. Господь нам дал голову. Думайте головой. Работа от слова раб. И мы, колено Иакова, должны показывать пример другим народам чистоплотности.
как в помыслах, так и в действиях. Говорят, поступки и действия – это одно и то же. Вы знаете что? Не отчаивайтесь милости Господа, не испытывайте Его. Я вам хочу рассказать один случай. У еврейского отца был сын. И как все, вся молодежь сегодня, они айфоны, да? И отец на день рождения ему при наличии давления 200, еще чуть-чуть, и будет кровоизлияние. Но он на машине поехал в один в Домодедово, нету этого телефона. Он поехал в Подольск, нету этого телефона. Он поехал в центр, нету этого телефона. И вдруг ему сказали, что в Балашихе, в таком-то магазине, есть один всего телефон. И он с этим давлением на грани жизни и смерти поехал за тем телефоном. Глаза уже шеш-беш играют. И он привез этот телефон и говорит: сыночек, мой родной, я тебя так люблю. Я тебе купил айфон. Держи, мой родной. Тот открыл коробку. Говорит: что ты мне купил? Забери себе 54 памяти мегабайт. Представьте себя на месте того отца, что творилось у него в сердце. Он с такой любовью искал этот телефон, а сын не оценил и проявил изрядную порцию эгоизма, которая могла убить отца. Забери свой мобильный, а кому он нужен? Мне нужно 504 мегабайт памяти. А он с таким давлением искал его. Вот так же мы иногда ведем себя по отношению к Создателю, как этот сын вел по отношению себя к этому отцу. Поверьте мне, вы думаете, что вы живете праведно, правильно, что вы поступаете верно. Мы ровно те, на кого мы равняемся. Мы ровно те, на кого мы равняемся. Я по своему опыту могу сказать, в глазах, по глазам, со временем пробег всегда виден. Как ты его не скрывай. Но пробег все равно виден. Самое главное, чтобы вы четко понимали цель, задачи и сроки. И еще. Когда у вас Бог на первом месте, то ваши молитвы и желания тоже на первом месте у Него. Поверьте и увидите. Увидите и поверите. Мне приснился сон здесь. Это говорит, мне говорит, это твой такой роскошный дом? Я говорю, нет. Это дом Создателя. А меня он поставил сюда временно за вхозом. И насколько искренне мой ответ, пусть так же ко мне будет искренний Создатель. Я пришел к этому не сразу. Поверьте мне, ну, я не родился с тремя пядями во лбу, понимаете. Я тоже много делал ошибок, делал вещи, которые не были симпатичны в глазах Создателя. Я не идеальный. Я стремлюсь к этому. Во всяком случае, у меня большое намерение к этому. Я побывал на Олимпе правительства. Я побывал и слышал много лести. Великий Сократ говорил, что во хвалебных речах мало истины. И иметь много друзей подобно разврату. Они должны уместиться на фалангах твоей правой руки. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой – это уже разврат. И когда вот мы видим, хорошо, американцы, how are you? Fine, okay. Они поднимают этот палец. Почему этот? Потому что они говорят, fine, okay, показывай на Создателя. Ну вот в чем дело. Видите пальцы? Все разного роста. Один меньше, другой больше. А вот Создатель. И когда они перед ним преклоняют колено,
Посмотрите, все пальцы одинаковы. Я думаю, эту истину вы слышали, но еще раз я вам ее напомню. И еще, когда вы на кого-то показываете пальцем, помните, что три пальца показывают на вас. Лошайнара – это смертельный грех. Не сплетничайте ни о ком. Как говорил царь Соломон, не верьте своим ушам, пока не увидели этого в ваши глаза. Это истина. Не сплетничайте. Сплетня – это отравленная пуля со смещенным центром. Здесь у меня хорошо ложится. Один прихожанин распускал невероятные сплетни про своего раввина. Но однажды его замучила совесть, и он пришел к нему и говорит: «Ребе, я распускал против вас плохие вещи. Я очень об этом сожалею. Прости меня». Ребе посмотрел на него взглядом, который читали много молитв, обремененный большой мудростью. Он говорит: «У тебя есть дома подушки?» «Подушки, да. Две штуки, перьевые подушки. Принеси, пожалуйста». Тот, не вдаваясь в суть требования, пошел за подушками. Принес их. Дело было в Кракове, в средние века. Он дал ему нож заточенный, которым он резал говядину, баранину, курей, и говорит: «Разрежь эти подушки». В этот день разразился шторм вселенского масштаба, вихрь, ураган, смерч. Он разрезал эти подушки, и перья взлетелись на сотни-сотни метров высоко над Краковом и разлетелись по всему городу, даже за его пределы. «Что дальше?» – спросил прихожанин раввина. «Дальше все очень просто. Пойди и собери каждое перышко до одного». Он говорит: «Ребе, я с радостью, но это невозможно». На что Ребе сказал ему: «Сынок, я верю в искренность твоего раскаяния, но изменить то, что сделали твои слова, так же невозможно, как собрать все эти перья. И поэтому по нашим законам это называется лошайнара. Это грех. Кстати, тот, кто слушает сплетника, стоит на ступеньку ниже, чем сам сплетник. По римскому праву, я как одно из образований моих юридическое, незнание закона не освобождает от ответственности. Но по иудаизму все наоборот. Незнание закона освобождает от его ответственности. Но если ты знаешь закон и грешишь, то наказание в десятеройне, в 10 раз больше. Поэтому прежде чем что-то сделать, подумайте, пожалуйста. Подумайте, нужно ли вам это. Взвесьте на весах своей мудрости. Так вот, вернусь. Когда я строил этот дом за парноса создателя, а как вы хотели? Вы думаете, что вы такой умный, великий и мудрый? Вы богаты, потому что вы... Мысль нельзя придумать, если она сама не посетит вас. Значит, на это было браха, на это было добро создателя. Я строил этот дом с котлована. Я строил его с большой любовью. С большой любовью. И когда... Сам я из Пятигорска, и по детству помню, что в Пятигорске у цветника были цветные фонтаны. Что такое цветные фонтаны? Это музыкальный фонтан, где каждая струя подсвечивалась разными красками. Синими, красными, фиолетовыми, желтыми и так далее, и так далее. И мне во сне приснился сон, где... Мужчина в старинной одежде говорит: «Ирмия, махай ту харабей». Я говорю: «Эчу?»
Ты с ума зашел? Говорит, у тебя же голова поехала. Я говорю, почему? Ты в северной стране хочешь построить фонтан музыкальный, как в Пятигорске? Я говорю, да. Зачем? На 2 месяца? Я говорю, хорошо, что ты предлагаешь? Ой, я же предлагаю. Построй уважение создателя. Не носи золото, а потрати золото на крышу. А внутри нарисуй Песах. Как Песах – это исход из рабства египетского. Поверьте мне, каждый из нас должен в себе убить своего Голиафа. Каждый из нас должен сделать то, чем бы он гордился, то, что приятно Создателю. Я построил с помощью Бога портал. Хотите мне верить? Хотите не верить? Ваше дело. Но там есть точка, где ваш голос умножается на 100 ваших голосов. Я думал, это какая-то акустика. Пригласил фониаторов. Они разложили оборудование, даже не подключили его. Это оборудование у них задымилось и взорвалось. Ну, взорвалось так вот, бух, и дым пошел, сгорело. Они со страхом, волосы вот такие, говорят, не зовите нас больше. Но потом приходили по одному и говорит, можно мы помолимся, только Толику не говорите. А Толик говорит, Пете не говорите, а Петя говорит, Ване не говорите. Их было несколько человек. Я с удивлением обнаружил, все, что ты просишь там у Создателя, через 3 дня получаешь. Нет, там нельзя попросить так. Боженька, я тебя люблю, а ты мне подари Мерседес. Не работает. Отсюда, изнутри, навзрыд. Богу иногда нужны наши слезы. Люди часто моют свое тело, но забывают мыть душу. Слезы являются баней для души. Да, как вы хотели. И вы знаете, в этом портале никогда не выключается свет из уважения к Создателю. В этом портале постоянно звучат псалмы Давида, круглосуточно. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Это нравится Богу, и это нравится мне, потому что он у меня на 1-м месте. Потом все на 2-м месте родители. Поскольку папочки нет, папуля, «Минухату бигана эден захрона лебраха, аминь». Я единственное, о чем тебя прошу, не забирай маму. Оставь маму мне, пожалуйста, умоляю тебя. Братья мои, хочу вам сказать, пока живы родители или хотя бы кто-то из родителей, между нами и смертью кто-то стоит. Не забывайте это. Заповедь: полюби отца и мать своих, дабы Всевышний продлил годы твоей жизни на этой земле. Мамочка, я тебя очень люблю. Я признаюсь тебе в любви, колено преклонено. В своих стихах я пишу, что, хотя мои стихи в интернете называют эти стихи, Эраст Матаев читает стихи Омара Хайяма. Не, мне приятно, что меня сравнивают с корифеем, но даже Хайяму я не готов отдавать творчество, которое создано мною и пришло мне свыше. Все люди – биологические антенны. Помните транзистор, да? Открыл антенну, ты ловишь там радиомаяк, московское время, 12 часов, да? Начало 6 часов. Мы такие же антенны, как у этого транзистора. Но я часто и часто вижу людей, у которых эта антенна сломана, причем ими же самими. Они не желают улавливать сигналы судьбы и вселенского разума. А мы запитаны на вселенский разум. У Цветаевой как-то спросили, как вы пишете? Она говорит, когда приходит. Шма Исраэль. Это истина, которая не требует опровержений. Однажды Альберт Эйнштейн пришел к Чарли Чаплину и говорит, Чарли, вы уникальный человек. Вы ни слова не говорите на экране, но заставляете смеяться весь мир. Чарли Чаплин поворачивается к Эйнштейну и говорит, «Азохамвэй, Альберт, вы то же самое. Вас знает весь мир, но такую вашу теорему не понимает никто». Теория относительности.
Понимаете? Можно приводить массу примеров. Но Господь нам сознанием, подсознанием посадил вот здесь вот некого арбитра, который напрочь отвергает практику субъективизма. С ним нельзя договориться, сказать ему: слушай, закрой глаза, я это сделаю, ты не видел это, да? Нет, нет. Лермонтов еще описывал. Есть Божий суд, превратники разврата. Есть Божий суд, он не подкупен звону злата. Да. Вера. Только абсолютная вера дает возможность человеку понять, кто он есть на самом деле. Люди делятся на два типа людей. Молотки и гвозди. Вам решать, кто вы. Мои дорогие. Поэтому в Йом-Кипур я желаю, чтобы многие люди избавились от рахита души, пришли к Создателю, пришли с чистого сердца. Ведь все мы рождаемся свободными и чистыми. В процессе жизни мы одеваем рюкзак, и в этот рюкзак складываем все свои ложные потребности. Вы знаете, прошу прощения за тавтологию. Тщеславие, гордыня и наркозависимость – это одно и то же. Если кто-то вам предложил наркотик, запомните, братья мои, это злейший ваш враг. Это дьявол, который сидит напротив вас. Встаньте и скажите: моему Богу, Богу Авраама, Исаака, Якова, не нравится это. Любая форма измененного сознания есть лёкошер. Это не кошерно. Я призываю вас. Есть много прекрасного в жизни, о котором вы даже представления не имеете. Целые пласты нравственности, качества, любви. Что такое любовь? Бог есть энергия чистой любви. Господь вездесущий, везде. Он во всем, вот в этой книге, вот в этом кофе, вот в этом телефоне, во всем, в тефилиме, он во всем. Посмотрите, я заметил такую вещь, что когда я молюсь, одеваю тефилим, и говорю «Шма Исраэль», посередине молитвы я начинаю зевать. И я сам себе: Господи, дай мне ответ, почему я зеваю? Мне стыдно спросить это у раввинов. Как ты в молитву зеваешь? И мне пришел ответ. Когда мы не в суе, а молимся и упоминаем имя Создателя, то Создатель в этот момент присутствует рядом с тобой. А его присутствие, если бы он полностью присутствовал бы рядом с вами во всей своей мощи, то вы бы испарились бы, насколько он велик и силен. Но он присутствует так, что у вас вызывает только зевоту, отсутствие кислорода. И поэтому, если один зевает в компании, то зевает автоматом все. Значит, Господь присутствует здесь. Вот что такое зевота. Если вы в молитве зеваете, наберите кислорода, зевните от души и скажите: «Туда рабаша, спасибо Господи за твое присутствие». Если вы говорите не в молитве, а просто собрались хавра и говорите там о том или ином, да, мои дорогие. Кто-то сказал, что в спорах рождается истина. Если спросить меня, я скажу: полный бред. В спорах рождаются войны. В диалоге рождается истина. В кошерном диалоге. Если вы кому-то должны, то это не проблема, это расходы, как говорят евреи. Кстати, перед Йом-Кипуром, если вы кому-то должны,
Это жизнь. Сегодня должен я, завтра должен мне. Это, знаете, есть кардиограмма. Да? Главное, чтобы не было сплошной прямой. Господь нам дает в жизни знаки. И наше намерение важнее самого действия, потому что намерение – это следствие, действие – это следствие намерения. Поэтому тому, кому вы должны, дайте символические 100 рублей и скажите, я в Новый год хочу войти без долгов. Да, я не рассчитываюсь с тобой полностью, я намереваюсь с тобой в Новом году рассчитаться. И дайте ему 100 рублей. Тем самым, показав, убедив свое сознание и подсознание, которое напрочь лишено чувства юмора, и получает от тебя команду, тебя слышит Вселенная, космос, Господь Бог, что ты полон сил и намерения рассчитаться. И поверьте мне, вы рассчитаетесь. Нет, к вам не упадет там, миллиард на голову ленточкой красной. Да? Представьте среднестатистического человека, на голову которого упал миллиард. После шока внезапной радости его начнут одолевать большие проблемы. Что делать с этим миллиардом? Поделиться с кем-то небезопасно в прямом и переносном смысле. Да. Как объяснить государству, что он упал с головы, на голову с небес? Не поверят. Поверят, если дать половину. Понимаете? Есть хорошая пословица. Учитель всегда появится, но только тогда, когда ученик готов. Для того, чтобы обладать миллиардом, необходимо обладать культурой обращения этими денежными средствами. Запомните, деньги не самоцель. Цель всегда был и есть человек. Цель всегда есть. Вы знаете, вы достигли цели. И на этом не успокаивайтесь. А то забронзовеете в виде памятника самому себе. Да? Иди, ставьте новую цель. И так дальше. Что такое пенсия? Пенсия – это когда человек не хочет больше ничего. Не зарабатывать. Нет у него цели, нет желания. За этой пенсией настигает смерть. Потому что он всей сутью своей дает понять миру и Вселенной, что он больше ничего не хочет. Он хочет уйти на покой вечный. Если вы хотите жить долго, ставьте перед собой неуемные цели, будьте амбициозны. Да. Будьте амбициозны. Безрат Ашем, по заданию Создателя мною построено несколько синагог по миру. Однажды я был в Астане. Я поймал себя на мысли, что я там хорошо переношу цом. И приехало много евреев из Караганды. Я говорю, мапито, у вас в Караганде нет синагоги? Ниоткуда, говорит, если была бы. Я когда Рав Шмотель, я ему говорю, слушай, у меня есть хорошая идея. Мы много денег тратим по пустякам. А деньги, потратив на духовное, мы не потеряли, а нашли. Все, что даешь, себе даешь. Все, что даешь, себе даешь. Я постараюсь это показать вам на образном мышлении. Сейчас вы это увидите. Что такое образное мышление? Образное мышление – это соционика. Это наука, молодая наука, которой я увлекаюсь. И вы знаете, мой учитель, первый учитель – мой Господь Бог. Это понятно. Это даже не обсуждается. Благословен Господь во веки веков и вечности. Аминь, амет. Второй учитель – это мой папа. Менухато беган эден зихрон или браха. И дай Бог здоровья ему, ныне здравствующий и живущий на свете, Рамазан Абдулатипов. Это мой учитель по философии. Так вот, образное мышление. Что это такое?
Давайте на минуточку представим себе, что я в вашем присутствии принес кухонную доску, на котором мы шинкуем лук, огурец, помидоры и так далее. Взял остро заточенный нож, из холодильника взял спелый абхазский лимон. Хорошо, пусть будет израильский. И я этот лимон разрезал пополам. Сок от лимона заполонил все мое обоняние. И божественный запах расточился по всей комнате. Я нарезал вторую дольку, третью дольку. Нож шипит, лимон шипит под натиском моего ножа. Четвертую дольку, пятую, шестую. Сок течет, где-то хруст семечки, которую я разрезал от лимона. Я потом все дольки ставлю вертикально и режу этот лимон пополам. И среднюю долечку сочащийся лимоном, капающий на пол, я подношу ко рту. Слюна пошла. И у меня тоже. Но вы видите, нет ни доски, ни лимона, ни ножа. Это все образное мышление. Если преподавать урок в виде сухих формул, вот, допустим, квадратный корень из x, y, умноженное на корень в кубе, равняется арктангенс, умноженное на x, y, равняется бесконечность. Вы же понимаете, что это квадратный корень, что это сложение, вычитание, что это равнение. Но прочитать эту формулу вы не в состоянии. Поверьте мне, есть русский язык, на котором написано по-русски. Недаром говорят, смотришь книгу, видишь фигу. Да? Это произведение «Платон и политик». Это произведение Айн Рид «Атлант расправил крылья». Я советую настоятельно вам прочитать это. Так вот, вернемся к образному мышлению. Мой папа говорил, царство ему небесное, «Мелхату бегане ден, зехрон или браха, аммейн», что все, что даешь, сынок, в этой жизни, себе даешь. Как это понять? Вот на примере этого стула. Вот я дал и получил. Я дал и получил. Все, что даешь, себе даешь. Оно к тебе возвращается в трехкратном размере. Но вот в чем. Все, что зажал, то потерял. Зажал, оно от тебя ушло. Зажал, потерял. Все, что даешь, себе даешь и получаешь в тройном размере. Не будьте жадными. Вселенная изобильна, богата, бесконечна. Помните, человек – часть Вселенной. Когда в нашей Торе, священной Торе, книга книг, написано, и войдете вы в землю обетованную, где будут молочные реки и медовые берега. Что имел в виду Господь? Он имел в виду, козье молоко – это молочные реки. А мед, берега медовые, он имел в виду финиковый нектар. Вот это и есть мед. Понимаете, мы иногда говорим слова, а не понимаем его значение. Говорим, не понимаем его значение. И наша задача – не учить Тору, а вспомнить ее. Поскольку в утробе матери ребенок учит Тору. Смотрите, насколько мудр Господь Бог, да благословенно Его имя. Сначала Он нам дает один источник пропитания, потом два, а потом три. Все были на торжествах, на свадьбах, даже дома, широко накрытый стол, где всего кушать не хочу. Так что такое первый источник пропитания? Первый источник пропитания – это пуповина матери, через которую мы учим Тору, через которую мы питаемся, через которую мы постигаем. Ребенок всегда невинен, пока не вкусит ядовитый плод познаний. Платон. Я всегда указываю первый источник. Так что такое два источника пропитания? После первого, это первая пуповина матери. Два источника пропитания – это молоко матери. Молоко матери. А третий
Это широко, красиво накрытый еврейский стол. Горский еврейский стол. Просто еврейский стол. Мы горские евреи, там, евреи, это мы единый народ. Я против распределения или... однажды было у нас, ты горский еврей или ашкеназим? Да какая разница? Мы все колено Иакова. Правда, 10 потеряно, осталось 2. Давайте сбережем наше колено и умножим. Да будет угодно тебе, Господь Бог, слова моих уст и помыслы сердца моего. О Господь, мой оплот избавитель, устанавливающий мир в своих высотах. Он пошлет мир нам и всему Израилю, и всем народу мира, скажем Аминь. Да будет угодно тебе, Господь Бог наш, чтобы был построен храм вскоре и наши дни, и прихода раба твоего Машиаха. Аминь. Я желаю всем сладкого года, прекрасного приговора. Приговор, от которого вы будете ликовать. Это не приговор, это подарок. Матана, подарок на иврите называется. Мазаль тов, симан тов, амен ве амен, кей и рацон. А коль туда раба, хорошего года. А это мое мироощущение, присутствие Создателя в этом доме. Пойдемте, я вам все покажу. Вот эта точка, на которой я встал, является квинтэссенцией всего этого магического сооружения. Я когда создавал это, я не осознавал, насколько величие пропишется в этом дворе. Ибо все, что ты скажешь здесь и попросишь Создателя, через 3 дня ты получаешь. Но чтобы ты получил это, надо быть так же абсолютно уверенным в Создателе, как ты уверен, что в твоем паспорте написано твоя фамилия, имя и отчество. Тогда это работает от сердца навзрыд, от души. Боженька, прошу тебя, я раб твой, нога, они Ирмияу бен Йосеф и Мирьям, митбателли фанеха ше митборех. Я халилу ешмо бивахол, битов эхинори замруло. Адунай Абрахам, Исаак, Яков, эхат, ишмо эхат. Амен. Амен ве амен, кей рацон. Шма Исраэль, Адунай Элэхейну, Адунай эхат. Пару, ашем, ухотуна, ламой. Ве авто исадин олигеха, бихалу, хухо, нашеху, хо, нидехо. Легою гадорим, олешар, анах, митсав, хаем. Халли вовеха вешина, то ли ваня хвати бартубом, и стахлитах вадерех, вошибах кумах, шартон вешали едеху, воли ты физбени не хвух сахтон, алмезис бейсаху вешарах. Господь Бог мой, дай Бог, чтоб твое милосердие обуздало твой гнев, и дай Бог, чтоб твое милосердие возобладало над всеми своими, твоими свойствами, и поступай со своими сыновьями милостиво, и суди их со снисхождением. Аминь. Всем желаю хорошего, парносового, богатого духовно и в материальном измерении жизнь. Амен кейрацон. И здесь постоянно, круглосуточно поются. Раби Авигдор мне подарил, дай Бог ему здоровья, псалмы Давида. Адонайхат. Ишмайхат. Амен. Bye.